rien. Mais viens, fais-toi. Viens, fais-toi. Красавчик, снял! Fucking idiot wanker. Fucking wanker.
You will... Я в своей полосе, если что. Ой, мамочки родные, что это такое? Ой! Сначала зеркало смотри. Ты стояла. Здесь передо мной было три машины.
Что ты хочешь? Иди ты нахуй, понял, блядь? Иди в жопу, блядь. Ага. Заебешься, блядь, ехать. Если есть Жидмаковка из Подмосковья, то покупаешь импорт. Ну кого ты поддержишь? Какие ты рабочие места? На России создаешь или за рубежом? Импорт это замечательно, отлично. Но если ты, на своем рабочем месте, не думать о том, что некая есть программа, есть некие политики, которые придут и нам раздадут денег, и будет все отлично. Ну, это мечты, это иллюзии. Мы сами не сможем ничего добиться, если мы не будем сами думать о том, что нам нужно всем объединиться, нам нужно находить общую почву, нам не нужно грызться друг с другом, да, нам надо понять, что это одна единственная страна, да, то есть мы можем отдыхать где-то за границей, да, но в других странах мы чужие. Вот она, наша родина, вот это. В стране будет несколько программ и сценариев. Каждый из групп будет Ауди. Сука, и уехал, гандон. I don't think phones are important anymore in the sense that you fucking idiot.
fucking wanker.제 10번인가 전화드릴게요. 이거 빼라.
he's aiming at the closure. Батя, молодец, блин! Это что ты, сука? Всё, давай, развалим. Поклал? Поклал. Ух ты ж, блядь! Пути ремонтируют, кстати говоря, так что... О, да и ладно. Жесть. Таких ядерных идиотов я еще не видел. Смотри, смотри. Дебил! Не, ну бывает же. Поедем, типово 18, 34-я больница, но нам на 10.20. 10.20.